Привет всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня предлагаю вам приготовить бигус из куриных желудков. Это картофель, капуста и куриные желудки вместо мяса. Это недорогое и очень вкусное блюдо. В нашей семье его просто обожают. Давайте я покажу вам, как я его готовлю. И вот что нам понадобится. Здесь у меня килограмм отварных желудков. Я их варила в мультиварке в режиме супа. А если будете варить в обычной кастрюле, то понадобится примерно час. И здесь у меня килограмм порезанной капусты, килограмм картофеля, одна морковка и одна большая луковица. В казан налила масло и опускаю туда порезанный лук. И слегка его обжариваю. Затем к луку отправляю потертую на крупной терке морковку. И тоже слегка обжариваю. Затем добавляю вареные желудки. И все вместе немного обжариваю. На отдельной сковородке обжариваю картофель до вот такого золотистого цвета. Затем в казан добавляю не сильно мелко порезанную капусту. Накрываю крышкой и даю немного потушиться, чтобы капуста осела. Затем добавляю лавровый лист и любимые специи. У меня адыгейская соль, карри и черный перец. Все хорошо перемешиваю и добавляю румяную картошечку. Какая она красивая! Все перемешиваю и добавляю 2 столовые ложки томатной пасты. А теперь можно попробовать на соль. У меня ее не хватило, я присолила немножко. Накрываю крышкой и тушу до готовности капусты. Затем добавляю чеснок и зелень. У меня кинза. Ах, какая она ароматная. Я ее просто обожаю. Накрываю крышкой и тушу буквально 2-3 минутки. И вуаля, наш бигус готов. Можно класть в тарелочку и идти пробовать. Ах, какой аромат идет! Ну, просто вам не передать! Ну, давайте попробуем. Вот желудочек. Ой, какой он мягкий, прям во рту тает. А в сочетании с капустой, с жареной картошечкой, это просто объедение. В нашей семье очень любят это блюдо и всегда просят добавки. Какое же оно вкусное! Вам нужно обязательно приготовить своей семье это блюдо. Все будут просто в восторге. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. Всего вам доброго! До новых вкусных встреч! Пока-пока!